Святого Христа крестись, Святого Христа, все крещаем, идем вокруг. Вон мы идем. Чтение. Вон мем. Братья, делиться во Христа Иисуса, крестихомся в смерти Его, крестихомся, погребохомся Ему, убо Ему крещением смерть, да як уже восстал Христос от мертвых славою очию, так и мы во обновление жизни ходить и начнем, а с чего сообразни быхом, подобию смерти Его, то и воскресению будем. Сие ведущее, яко ветхий наш человек с ним распяться, да упразднится тело греховное, яко к тому не работать и нам греху, умиры, но оправдиться от греха, аще ли не умрохом со Христом, веруем, яко и живи будем с ним, ведущее, яко Христос восстал от мертвых, к тому уже не умирает, смерть ему к тому не обладает, еже во умре греху умре единою, а еже живет Богови живет, такожде и вы помышляете себе, мертвым убо быть и греху, живым же Богови, о Христе Иисусе Господи нашем. Мир ти, штучьему. И Духове твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия, мир всем. И Духове твоему. Вон мем. От Матфея святаго Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мем. 11 учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча и соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Слава тебе, Господи, слава. Повелиться милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, оставлении грехов рабов Божьих. Сергия. Сергия. Дмитрия. Дмитрия. Вячеслава. Вячеслава. Георгия. Георгия. Андрея. Андрея. Варвару. Валерию. Екатерину, Наталью,
Елену. Ищем, молимся о рабех твоих, все предстоящих и молящихся, и же всем даровать все душевное спасение, телесного здравия, молимся и услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о новопрознесенных рабех Божьих, хоть сохраненную и быть им в вере чистого, исповедуем во всякой благочестии и исполнении заповедей Христовых во все дни жизни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милости и человека любит Бог, неси тебе славу, посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшая Херувим, славнейшая без сравнения Серафим, без исцеления Бога, слава росшая, сущую Богородицу тебя величаю. Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой своей Матери, честного славного пророка, Претечи и Крестителя Иоанна и Божией память ныне совершаем. Святых праведных, Богу Отец, Иоакиман и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Подась, Господи, мир на житие, здравие во всем благое поспешение новопросвященным рабом Твоим и всем здесь предстоящим и молящимся, и всем заповедцам недостойным молитесь о них и сохрани их на многое лето. Многое лето, 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 многое лето. Это купель сегодня приняла уже 28-й раз себя. И что удивительно, это, скажем, ну, совпадение, могут сказать кто-то. Увидели сегодня утром, какая туча заходила? Да. Я уже это и то немножко засомневался. Говорю, неужели будет дождь? Потом, да как же будет, 27 лет не было, почему на 28-й? Не должно быть. Сам молюсь, служа, а сам в окно посматриваю. Все яснее, яснее. Ну, Господи, прости меня. Усомнился немножко, маловерный. Просто. И это бывает почти каждый год. Каждый год. Находит туча. Дождь. Дождь идет. Идет служба, идет дождь. Выходить, когда на крестный ход, вот такая погода становится. Это каждый год. Представьте, ни разу еще не было, чтобы было что-то такое. Вот так вот. Ну, как хотите понимать, что совпадение или так уже что-то. А вам нет. Милость совпадение. Все хвалит, вся природа хвалит сегодня. Смотрите, даже у нас в храме ласточки, заметили как? Летают, поют. Вот. Бывает, когда все начинают, мы еще это, бывает, они же, когда нет птенцов, тогда они как-то свободнее. Как только запоют хористы, и они начинают летать, и то как бы вроде бы, думаю, подпевают, что ли. Да. Мы язык их не понимаем, это у них же есть язык. У нас была такая одна сестра, которая, ей сон, говорит, был. И она видела сон такой, говорит, что как бы будто бы собрались со собрания птичек всех, а она понимает голоса всех птиц. Как они разговаривают, о чем, ей как бы было это. Вот. Но она из этого вызвала, только, говорит, когда закончилась, я, говорит, поняла, что самое верующее – это ласточки, а самое
такие безбожники, это воробьи. Так она вывела. Так такое было, да. А ведь они разговаривают ведь тоже. Всякая тварь да хвалит Господа. Ну как всякая тварь? Что, комар может хвалить Бога? Для чего-то он есть. Комара не будет, говорит, и хотели, говорит, там где-то было, что птиц не стало. То есть где-то одну цепочку в творении Божьем разрывается, разрывается вся цепь. Понимаете, как все чудно устроено. Поэтому всегда и за все благодарите Бога. Они так говорят, ну, если будет, слава Богу, то я-то вроде бы это сделал. А если не будет, то так не должно быть. Слава Богу за все, говорит Иоанн Златоустый. Когда его ведут уже в последний день, считай, в ссылку далеко, в последний путь, он говорит, слава Богу за все. Это за все, и всегда нужно благодарить Бога. Солнце светит, облака идут, смотрите, какое. Были в какой купели. Каждый год воду освещаем. Вот смотрите, там пруд зацвел, а здесь чистый пруд. Но здесь еще чистый, может быть, там и родники есть еще, но все-таки каждый год его освещаем. Каждый год, в течение 28 лет. Уже каждый год освещаем. Да и бывает еще не один раз в году. Вот так. Поэтому всем вам я желаю, что вам только утверждаться в вере, всегда никогда не сомневайся ни в чем. Если даже и получаются какие-то искушения, то вы слышали сегодняшнее евангельское чтение, что искушения есть какие-то, то для чего это? Для вразумления, чтобы для совершенства, чтобы для утверждения веры было, чтобы не сомневались. Ибо в искушениях Господь не оставит, подаст и также помощь в этом. Не так, о, что же такое, мне вот у людей вроде бы там лучше, у меня хуже. Там это. Нет, у каждого свой крест. Вот слышали сегодня, говорит, кто возьмет крест, и вчера я читал крест свой. Следуй за мною. То есть крест бывает, и это испытание бывает, крест, духовное переживание, это все крест. Мы должны его нести. И значит, что Господь нас никогда не оставит нигде. Если мы